Беларуси стартовало обсуждение поправок в Конституцию. Каждый желающий может ознакомиться с будущими изменениями и высказать свое мнение. Предположения граждан будут принимать во всех государственных органах страны. Прочесть проект можно на национальном правовом интернет-портале. Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками. Изучают ценообразование, ассортимент, санитарные нормы и правила. Привлекаются региональные эпидемиологические службы, МАРТ и другие ведомства. Любой белорус может анонимно сообщить о завышении цен на сайте КГК. В новогоднюю ночь в Бобруйске организуют дополнительные рейсы троллейбусов. По первому маршруту от остановок Еловики, площадь Ленина и Дзержинского. По второму от станции Бобруйск, Сикорского, площадь Ленина. Больше информации на сайте горисполкома. Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Могилевской области 31 декабря. Он будет направлен на профилактику аварий, которые совершаются в нетрезвом состоянии. Напомним, в Беларуси введена градация алкогольного опьянения водителя. Максимальный срок лишения прав увеличен до 8 лет. АСВОД рекомендует повременить с рыбалкой. Ледяное покрытие недостаточно прочное. Спасатели дежурят на водохранилищах и регулярно проводят обходы акваторий. В этом сезоне специалистам уже приходилось доставать из замерзшей ловушки несовершеннолетних. Родителям стоит следить за детьми и объяснять, какие опасности таит в себе тонкий лед.